Всем привет, с вами канал Артмайн. Смотрите, как самокаты стоят. Даже вот так не проехать. И мы с вами, смотрите, куда приехали. Парк Юрия Гагарина. Парк Гагарина. Наш самарский парк. Здесь сыры. Мы уже с вами были как-то несколько лет назад. В прошлом, позапрошлом году. Памятник сырам хотели вообще убирать, но самарцы отстояли его, чтобы их не убирали. Мне они детство напоминают, классно. Сейчас я жду своего мужа. Должен подойти оттуда. Сказал, что он уже подходит. И как раз я слезла с троллейбуса. Сегодня мы будем кататься на карусельках и потом пойдем в кафе кушать шашлычки. Здесь так прям вообще так красиво. Так классно. Смотрите, какие зеленые деревья. Я думала сейчас заснять его. Сейчас его, думала, увижу. А, мы с вами зимой здесь были. Зимой тоже клево. Ну, что-то его никак он не идет и не идет. Не идет и не идет. У нас сегодня 22 градуса. К обеду должно быть 27. Ну, что-то... Хотя тут, кстати, тепло довольно. Даже на солнышке чувствую жару, ощущаю. В транспорте с трудом в маске доехала. Уже прям Гагарина стала подъезжать. И уже чувствую, что мне начинает становиться уже плохо. Вот только полгорода могу проехать. В транспорте, в маске и все. Дальше не могу, все. Еще мне ехать домой обратно. На такси я посмотрела, 136 рублей. Ну, с утра стоило. Что-то мне стало жалко их. Я решила на транспорте ехать. Ну, я уже опаздывать начинала. Хотела выйти пораньше. Ну, тут позвонила мама, сказала, что мой велосипед будет продаваться. И у меня потекли слезы. Я пока там дома посидела, поплакала. И потом только собралась, пошла. Что-то его никак нету. Ну, ладно, сейчас придет. О, идет, наконец-то. Я думала, в чем будет одет Женька, интересно. В штанах или в шортах? В шортах. Еще и кофту одел зачем-то. А шагает-то как, смотрите, шагает-то как. Че? Ровно 12. Да? 0,1, ты опоздал на целый минуты. А мне спешат на 3 минуты. Пойдем. Да что ты? А что ты в кофте-то на... Ветер какой-то холодный. Так жарище же на улице. Вот тут постой. Сниму. Постой, вот это самое жаркое место вот здесь вот самое прям. Пойдем, а я ждала тебя оттуда. Нет, я через парк вот так, там, а 23, там остановился, короче. Я думаю, на 17-м, мне прям удобно было остановить. Да? Ты меня не поцелуешь, что ли? Не пришел. Давай, опа. Давай погуляй, ты Бабу-Ягу видел, что замерзла там на площади? Смотрите, какая здесь красота. А, это какое-то кафешечка, сидушечка какая классная. Такая. Это тоже здесь, Гагарина. Че? Новый. Чё я новый? Гагарина, вот этот новый? Ну я не вижу за тобой ничего. Господи, вот иди. Ну зимой ты здесь была, зимой я помню. Или по осени, зимой я была и по осени, по-моему, что ли. Или по весне, не помню, по осени, по-моему, что ли. А не по осени. Осень мы болели. Как красиво, какие цветочки высажены. Ты вчера как приезжал красиво. В парк Гагарина, мама с Димой гуляла, да? Я не приезжала. А, не приезжала? Они приезжали сюда и гуляли здесь. Ты какими ушами сейчас? А как же тебе Дима говорит, ты что-то... Вчера я пошла отнести ягоды. Я думал, в парк встретить. Нет, ты что думаешь, я ягоды сюда пошла тащить, что ли? Чтобы отнести, передать, и они принесли их домой, что ли? Как я не пойму тебя, как мозги работают? На бикрень? Я же тебе пару сказала, я заходила вчера к родителям. Понятно. А ты говоришь, понял. Сюда приезжала, ягоды приносила. Ну, может, вы здесь их поели? А вы потом, подписчики мои, удивляетесь, почему я на него все время ругаюсь? Потому что не слышу нифига. Не выкладывай. Не то, что нифига не слышишь. Ты говоришь, говоришь. Мы на карусели будем кататься? Будем. Я хочу на чертовом колесе, вот, обязательно. Ну мне обязательно гриб растет, смотри. Это поганка. Как поганка? Это лисенок. Это лисенок. Нет, это не лисичка, нет. Большая лисичка, тебе говорят.
Я тебе говорю, это большая лисичка. Напишите, что это такое. Это большая лисичка. Ну не мышка же это, правда? Ой, запахи какие. Озерца, озерцо. Видео, наверное, получится без монтажа. О, сколько голубей. Ой, ой. Что там, купаться нельзя? Ты потом на пляж поедешь? Или ты со мной так поздно вечером? Ну, я до 6 с тобой. На часочек. А то, может, сейчас скажешь, так у нас времени. В обрез 1 час там, 1 час тут. О, какая красота. Нет, у нас с тобой. Ну, давай 6 часов, там хватит, наверное. Ну, надеюсь. А потом я на часочек съезжу. Странно, что ты не в штанах пришел. Тут как классно. Ну, вода, конечно, мутная. Синий до 8 потом. Народу мало. Сегодня понедельник. Ну, сегодня понедельник. Мало народу. Пошли бы объезжу. Я помню, здесь велосипед стоял. Велосипед, да. А еще и Илюха, помнишь, были? Он лазил там. Лавочка вон большая. Да. Покатались они что-то на лодочке, говорят, какой-то катались по озеру. Слышишь? А, молодцы. Жалко. Я говорю, на видеокамеру засняли ребенка эмоции. Нет. Блин, думаю, первые эмоции, это было так интересно. А? Ну она как раз прям под тебя, Жень. Как раз для меня, ладно. Как раз для тебя. Что ты только на край ты самый сел. Да тут можно и уснуть можно, да? Не шлепнешься, нет? Не провалишься. Что ж такое, везде нас дети сопровождают, орущие. Че, сел? Ха-ха, какая. Ты прям в обнимочку с ней, она так на тебя любовно смотрит. Сфоткай меня. Она, знаешь, вот гламарца такая же баба-яга. А, ну да. Сфоткай меня лучше. Ну сейчас я... Сфоткались с бабой-ягой. Какая, смотри. А у нее нос золотой, что ли? А, все трус, желание, загадки. У меня было много просмотров на YouTube-канале. Смотри, а кто-то здесь игрушки положил. Да это, по-моему, свечи. А, или игрушки? А, игрушки. Тот потерял, как будто она держит что-то. Красивая какая, прям все четко так. И нос, главное, такой огромный, рука такая большая. Лапти. Прям такой четкий, да, памятник? Бывает, вот делают как-то не очень. А здесь прям классно такой. Такой значок у нее на сумочке. Надо будет проверить, что за значок. Потом посмотрим. Главное, эта юбка вся каждая в цветочек. Здесь вот мостик есть, там пушки, если перейти. Маленький островок. Там катамараны, кажется, так это называется. Там мальки всякие плавают. Провалится наверх. Ну, немножко озером газон косили. Видимо, немножко оно это с мусором. Ну, кстати, озеро очень внутри скользкое у нас. Знакомый мне упал туда, еле достали. С разбегу резко остановился и шлепнулся. Где-то вот там вот был, наверное, подальше. Тут-то вроде вот как будто можно выбраться. Там мохи всякие растут внутри. Смотрите, как классно. Пузырики, а этот, как его, есть тут тир? Есть? А-а-а. Женя говорит, мы будем гулять не спеша, дышать. А, вата! Ват хочешь? Смотри, аппетит перебьешь. Да, хочу. Вату. Снимать и вату есть? Ты будешь снимать, я буду есть. Ты одной рукой есть, а другой рукой.
давно не то. Я есть не буду, смотри, все съешь. Думаешь, я не доем? Ну, бывает. Нет. А бывает, что нет? Так, вату, конечно, Женька не купил, да? Потому что у него был полтинник и 500. А там 150 надо было. У меня было 100 рублей и 500. А, 100 рублей и 500. А там надо было 150. Ну, сейчас мы разменяем. Сейчас мы разменяем, да. Поедем на чертовом колесе, покатаемся. Тут еще вон. Ну это другой же, да? Другой, сейчас я там заодно и попью. Тир, вот я обожаю вообще тир, обожаю стрелять. У меня на основе военных знаний была 5 по сбору автомата. Разбору и сбору. Вкусняшки, кукурузный тушь. И дома поесть можно. Там прям всякие всего полно. Мороженка вон. Я помню, мороженку, помнишь, меня покупал? Обалденная, помню, была вкусная. Ну вон только надо где-то билеты купить, наверное. А вон горка. Давай, иди. Везде музыка, везде пингвинницы стоят. Сначала думала, живой пингвин. Ну сейчас как подскочит. А это вообще, там, смотрите, колесо. Оно первый раз строилось. Его разобрали, что-то там было не так. И потом вот снова построилось, там еще музыка орёт. Так, смотрите, залезли мы. Да, такое чуть-чуть. Сразу слышны колесики. Резины, по которым ездит, прикольно так. Сели такие мы. Там билетик дается, прям даже дается, какая каюта, палата. Как называется, Жень? 15-я у нас. Нет, а как это называется? Кабинка. Кабинка, точно. А я каюта. Так высоко, что прям так страшновато становится. Ой. Сейчас весь город, наверное, будет виден. Класс. А сзади меня тоже неплохо, кстати, выглядит. Все там белое, белое, белое. Все начинает виднеться. Он гораздо, да, выше нашего, который был. Который был выше, да. А еще помнишь, какой-то высокий построили, а потом его разобрали. Вот, мне кажется, вот его и достроили, потом снова делали. Потому что он не прошел по технике безопасности. Такой он прям, смотрите, хороший. Здесь кондиционер чуть-чуть работает, не сильно, но все равно чуть-чуть жарковато. А он и зимой работает. Я что-то помню, ехал зимой, видел, он когда включился. Ой, что-то там ветер все. Ой, сейчас нас пошатывает. Сейчас попробуем. Церковь. Видно этот вертикаль. Как это что-то? Скалу или что-то? Скалу видно? Вертикаль или что-то. А, там вон наш дом, там. Церковь вот эта видна. А вниз так вообще страшно смотреть. Весь парк виден. А, Волгу видно. Как его строили, интересно. Это же вообще Волгу. Ну, я говорю, вон там Жигулевские горы видны, все видно. А что такое? Это за чего банкет? Что? Не надо мне. Ну, держи, что ли, его, господи. Тебя что снимать? Он на меня смотрит. Мы в парке Гагарина. И сейчас катаемся вот тут, вот, потом мы пойдем на орбиту. Ну, уже, да, уже мы почти спускаемся, там вы увидели предыдущую, много-много засняла. И потом пойду на Медузе, и потом на орбите, на орбите, на орбите. А, держи, хи-хи. Кто со стороны на это смотрит? О, смотрите, он был такой. Огроменность. Это высоко, 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 высоко. Так, кушаю я мороженку. Такую баблгам. Мини-бомбини, по-моему, да, называется. И вот тут какая красота.
такая, прям лодка, офигеть. А вон там медуза наша обожаемая, самая лучшая, любимая аттракцион. Тут тоже какая-то музыка параллельно играет. Тут что-то детское вон. Она самая громкая здесь. Тут детская. Представляю, в каком восторге был вчера Дима здесь. Тут могу. Ба, смотри, сколько детских, Жень. Идешь, не видишь, вот так, смотри, сколько их, Жень. Детских, говорю, смотри, сколько. Смотри, одна, вторая, третья, прям. И не было столько их. Да, не помню. Не помню. А тут автомобильчики какие. Вкусняшки, наверное. Обожаю ее вот эту. Кривоватый? Чуть-чуть, да? Немножко кривоватый. С этой стороны. Вниз? Офигеть, а наверху он более-менее. А ноги выглядят полки. Вот надо какое зеркало дома иметь. Вот какое. Чтобы постоянно сидеть на диете, да? А и ты танцуй тоже. Да уж что-то я больно толстая, не нравлюсь я тут себе. Что-то я на диету, короче, садится и мороженое больше не есть. Что у нас? О, а вот это зеркало мне нравится. Вот это можно поставить дома. Смотри, да? Какой у меня размер ноги. Ага. Вот надо какое зеркало дома ставить, да? А с той стороны? А с той стороны, что ж там может быть такое? Интересно, пишите в комментариях. А тут? Маленький опять. Ага, опять маленький. А тут прям это. Да, вот такой надо дома все-таки ставить, чтобы постоянно сидеть на диете. Вот тут. Смотри, как их. Здесь очень громкая музыка, и именно вот музыка делает этот аттракцион просто невероятным. Офигенный, просто офигенный. Я тут готова кататься сутками, правда. Офигенный, да? Он самый громкий здесь, самый лучший. А смотри, он вообще за столько давай, лет остался. Давай, партия зайдет, а потом я куплю себе билет. Куда? А ты не будешь кататься на нем? Я хочу поэкономить. Я одна буду? Я еще потому что хочу в это. Ну, смотри, мы с тобой пойдем в очки. Ну, какие очки? Там. Ну, горки, очки одеваешь там. А, тоже пойдем? Пойдем. Ура! Чтобы пойти, надо поэкономить, нет. Ну, хорошо, я одна могу кататься.
Я могу с сутками кататься. А ты на этой хотела? Да не знаю. Я ни разу, по-моему, не каталась на ней, даже не знаю. Я лучше бы два раза вот на этой. Два раза на медузе? Да. А плохо не стоит? Я не знаю, честно даже. Вот плохо вот здесь не может стоять, я не знаю, честно. А вот это вот реально самое-самое офигенное. Очень красиво. Покатилась я на этой карусельке, офигенно, просто офигенно. Это самый лучший карусель в мире, по-моему. Который просто реально расслабляешься и отдыхаешь. Там уже очередь, люди много, людей, мы прям успели. Офигенно. И долго, кстати, стали делать. Народ, конечно, прибавил. Смотрите, какая там огромная. Вот это все очередь. Представляете? Вот это все очередь людей. Я просто не успеваю теперь. Надо было мне сразу два билета купить, и я бы осталась за ним. Сколько вон лошадок. Красивые все. Не знаю, Дима вчера сразу за бабушку и дедушку здесь ходил. Не знаешь, на чем он там катался. А вот детская, смотри, Жень. Наверх. Слышь? Детская, смотри. Такая же. Для детей. Супер полет называется та, да? Не медуза, а почему медуза моя? Работает орбита. Моя любимая орбиточка. С детства ее всегда была любимой, всегда обожала. Там тоже. А вот она. И орбита заработала. Кто-то катается? Озеро спад. Вон еще уточка плавает. А вот она. Вот они, уточки. Смотрите, какая красота. Какая красота. Парк. А тут, кстати, белки живут, по-моему. Белки. Слушай, надо было орешки взять, наверное. Я зимой видела белку. Ходила. Натади. А вон там он стоит, есть дерево, которому 200 лет, что нет, больше, наверное. Жень, сколько лет дереву стоит на той стороне? Там что-то загорожено? 300? 300 лет уже, не знаю. Ему 300 лет исполнилось еще 100 лет назад, поэтому ему больше, чем 300 лет. О, что-то голубей здесь прям много, смотри. Ну дай мне свою лапу. А помнишь, мы здесь только что-то устраивали? Да? Там, что ли, сидели? Разве? Вообще не помню. Было. Вот тут еще надо иметь камеру. Еще выкладываю, чтобы потом посмотреть. Чтобы осталось не только в твоей памяти, а в памяти еще и компьютера. И ютубы тоже, да? Какая красота. Я так хочу в лес, погулять по лесу. Так нам хочется. На дачу. Да, ты со мной не пойдешь туда. Пойду. Ни на поля гулять, ни на леса. Скажешь, о, жарко, я не хочу. Ну, мы пойдем вечером. Что, я не знаю, что ли? На пляж пойдем. Знаю я тебя, Жень, знаю, хорошо. Знаю. На пляж пойдем. Знаю, да. знаю. Хуже, где-то лебеди-то твои? Ну, лебеди не здесь. Мы сейчас озеро обойдем, а там еще будет. А, ну его обойдем. Ну, как они за решеткой. Да.
плавает. Короче, мы прыгаем. Смотри. Где маленький уточка? Вон она плавает. С мамой, что ли? Вон Ваня. А, маленький котеночек. Да все, я что-то таких маленьких не видел. Мама, наверное, устраивает. Мама, вон, да, следи за своим ребенком. Слушай, я тоже не видел никогда. Ой, желтенькая, маленькая, ага. Действительно. Выбраться хочет. Да, за мухой гоняется. А, это за мухой. А мама смотрит. Смотри, какая мама красивая. Чуть странно, что у нее один ребенок. Все. А, вышла. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Пошла, 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 пошла. А ноги большие такие у нее. Оп. Мама тут как тут. А вон там, смотри, сколько маленьких. Вон, давай сейчас обойдем, посмотрим на них. Вон, а, вон там бабушка кормит их. Куда мама делась? Мама рыбу ловит. Мама окунулась бы. Ее не видно, маму. Смотри. А, выплыла. Ага. Опа. Опа. Опа, спряталась. Опа. Классно. Вся мокрая. А вон там он тоже маленьких много. Дети. Животных. Смотри, какая маленькая, малюсенькая. С мамой. Так ты же какая она маленькая, уже плавает. А какая будет потом большая? Там целая кучка, пойдем посмотрим. Вон еще утка. А это папа утка там. Папа в природе, папы. Животные всегда красивые. А у нас у людей наоборот. Ага. Девушка красивая, да, привлекает мужчину. А в природе наоборот. Пройдем там по лесу. Все ходят вон. Дай лапку. Попку. Пипку. Ах, как хорошо здесь. Благодать. Норки маленькие. Наверное. Мышка сейчас оттуда как выскочит. Нет, трогай мою нору. Сколько видел. Белка, короче, сидит в кормушке кушает. Белка? А никак сепарат не возьмется. А здесь, смотри, вон, кормушка. На ней голубь сидит. Белки, смотри, целых три. Где? Вон, три. А, где? А, вижу все. Ну, Жень, ну что ты вот ходишь там, а? На самом деле. Голубями нагонялся, видел голубь? За голубями? Да. Тебе все это только не шустро, а? Не спустится, наверное. Видимо.
Какие у них мордашки симпатичные. Подойдите поближе. Нормально. Все, уходит. Пойдем? Пойдем, чат смотри. Ай? Чат? Какой тут парк. Дубы. А когда-то здесь, представляете, когда-то было все полностью заросшее. Весь парк вот там, там. Все было кустами заросшено. Люди собирались здесь в кустах, сидели и пили пиво. Здесь, не знаю, здесь был просто какой-то кошмар, особенно вон там вот дорога. Особенно вон там, напомню, как мы 1 сентября с подружкой пришли праздновать. И это был кошмар просто. Я никогда не подумала, что так бывает. Потом все срубили, все поубирали, все прибрали. Милиционеров поставили, чтобы народ отвыкал ходить в туалет, в лес и все подобное. И вуаля, потом смотрите, какая красота. Красиво? Красиво стало. Ты кто? Белка. Белка? Да. Ты белка? Большая белка. Большая, ну прыгай. Давай, пошел. Попрыгай. Ты куда пошел? Давай, да-да-да-да-да-да-да. И поднялся. Да. Даже пенечек вон есть. А здесь смотрите, какая листва. Листва, листва. Смотри, какая листва, Жень. От дубов. Прям много-много. Я такого никогда не видела. Честно, никогда такого не видела. В лесу. Как я давно мечтала в лес попасть. У нас парк довольно-таки хороший. И здесь, кстати, довольно тихо. Где-то хотя пили, это еще слышно немножечко. Но довольно тихо. Ой, что-то я в ямку наступила. А там вот находятся все как раз аттракционы. Громкие. Мы уже сходили в очках, побыли. Аттракцион в 3D очках перед большим экраном, очень-очень классно. На орбите я искупалась, хотела сказать. Искаталась, покаталась. Вот моя любимая с детства, у меня голова закружилась немножко. Было, я думала, сейчас встану с лестницы, там шлепнусь. Думала, она назад будет кататься, но нет. На большой мы покатались. Наверное, где-то еще должны, да, Жень? Женя? Натушка где-то еще должна, по-моему, покататься. Еще на каком-то аттракционе Натушка покататься должна. А? 20. В смысле? Ну, кушать хочется. Ну, покушаем, еще можно покататься. Вот, сейчас мы это озеро обойдем и кое-куда придем. А там вон дети. Дети с уточками. Смотрите, утятки остались без родителей и бегают просто по бережку, а родители где-то там вдалеке. Вот они. Мама, утятки! Утятки, утятки, милые утятки! Чешется, смотри. Он маленький, смотри, какой пушистый. Крупненький.
Подожди. Тут тоже лес, парк. Там маленькие утяточки, малыши утята. Малыши утята, а там футбол играют. Всякие вон эти понаставили. Мне кажется, не было их тут. Дай мне лапку. Попку свою. Не помню, когда пикничок тебе спрыгнул. Просто сидели. Да? Пикничок просто посидели? Пикничок? Я понял, мы сидели. Все сели на одну ветку, на бедной шатается. Там кафе, смотрите. Сейчас. Фюгершная. С этой стороны. Крюгершная. Жень, ну чуть-чуть отойди. Как раз. Дай ласку. Дуб видно уже. Там вот колесо, которым мы катались, видно. Что-то его загородили как-то. А что, к нему вход? А к нему вход загражден, что ли? А, да, к нему загородили вход. Может обвалиться. Но он еще, смотри, он зазеленел. Он еще зеленеет, он еще стоит, хоть его уже поотрезали, попилили, да? Вот тут у него он перемотали его, чтобы он держался тросами. Ну, он осторожно. Возможно, падение. Вот он, этот наш дуб. 300 лет стоит уже. Большой, толстый, до сих пор зеленый. Представляете, 300 лет, обалдеть, стоит. Какой молодец дуб. И зеленый такой, сочная листва у него какая. Жалко, что подойти в листву нельзя. Да? Там трясут своим покрывалом. Ой, тут холодно. Дубаки. Ой-ой-ой.
меня сон клонить начинает. Иди под деревце поспи, а я говорю, что ты. Нет, давай со мной спать тогда. А цветочки какие красивые, смотрите. Какая красота. Тут так классно вообще отдыхать. Надо здесь отдыхать каждый выходный. Мы дачу продадим. Будем отдыхать сюда, приезжать на выходные. У нас очень много народу на выходные, надо будет дни. А, будет. Здесь выходные такие полки. Шаурма, кукуруза. Шаурма, смотри, какая. Взяла, там выход. А, не солнышко, тепло. Козявка, сюда. А здесь где-то маленький зоопарк, по-моему, еще есть. Где-то вот там, на окраине. Кругленький такой здание. Ты вот это здание увидела, вспомнила сразу. Ну, дай мне лапку. Свою попку. Вон какие цветы красивые. Да. Лилии, смотри, как разрослись. Бегают, детки, бегают. Ива. Ива, смотри, какие здоровенные, большие. Да, обычно маленькие. Покрасили, потому не крашены были. А какого они были цвета? Чернее, а здесь, а, здесь кафе поблизости. Какая-то. Кафе сделали. Кафе, кстати, прибавились за это время. Как-то их не было особо. Абсолютно. Вон они, по-моему. Пойдем туда подойдем. Там лебеди. Ты пойдем в кафе. О, какая здесь кафе. Класс. Люблю дерево, и когда там листики всякие висят. Ой, вот тепло. Ну ты куда меня ведешь, что? Книжки? Библиотека. Да, тут маленькая. Вот такие, кстати, библиотеки надо делать побольше. И библиотеки, и просто вот какие-то вещи, которые... Нашел, да, вот дом ненужные вещи. Принес, выложил. Кто-то пришел, забрал. Доктор. Что там? Какой-то доктор. Лечебная физкультура он для детей. Такая. Будьте здоровы. Как не болеть и не ходить в больницу. Орифлейм он там. 4. О, тут все прямо об этом. О людях. О болезнях. Новая прям книжка. Интересно. Важно знать. Прямо новая книжечка. Я, пожалуй, не беру, я их накопаю. С днем рождения, СССРская. Да, открытку я заберу. Фитодоктор. Что за фитодоктор? Нет. Ирка начала копить открытки, а потом забросила. И мне отдала. Что-то маги, помоги себе сам. Руки, маги. Ну все, сейчас можно идти уже. Это не стучат. Детские какие-то. Какая-то книжка детская. Какие-то проходики. Найду дети, возьмут. Что еще там, что там?
Ну это медицина, по всей видимости. Нет, интересно. Пришли мы к лебедям. Ну, что-то их не видно, не видно даже. Грязненько тут. Брошено. Заброшено все так. Все грязненько, неухоженно. Наверное, они не понравилось им здесь. Они улетели. По всей видимости. Нету. Или спать легли, может, они обеденный сон уже. Вообще-то. Мне уже сон, честно говоря, начинает клонить. Потерпи, не может. Вон я сегодня встала рано. Встала рано я сегодня. Чтобы поехать еще зайти за одной магазин. В этот Пархаус я хотела зайти, зайду, думаю, потом вернусь сюда. И в итоге я так и не дошла. Козявка? Кого? А, космонавт. Такие тоже в каком-то парке я видела. Там уже дорога. Здесь довольно уже тихо. Не слышно музыки. О, какое колесо здоровенное, смотрите. Видно даже Жигулевские горы. Волгу видно. Весь город как на ладони. Вертикаль у нас, самое большое здание около нас находится, тоже видно. Космонавты. Красиво. Видно, что ли? Видно. Рога закажешь. Такой здесь меню. Салаты, пицца. Ну, пицца. Не знаю, какая пицца здесь. Есть, не хочешь пиццу? Не, не знаю. Ну, что ли, не знаю, какая там она будет. Может, на толстом тесте. Фиг знает их. Шейку я закажу. А ты говоришь, роллы еще хочешь? Женька, обязательно закажешь что-нибудь очень вкусное, а потом мне захочется тоже. Ну давай я тогда роллы возьму себе с креветкой. Тоже хочу с креветкой. Ну, давай тогда вдвоем с тобой ролл с креветкой. Да, а попить? У тебя есть много? Ну, у меня есть вода. Много? Ну, полбутылки. Мы все заказали, теперь ждем. Ждем, ждем, ждем. А что, это не было, что ли, этого кита-то? Куриные, свиной ребрышки. А, не было. А в прошлый раз мы с тобой кита, помнишь, заказали? Шашлык из кита. Кита, что ли, да? Какая она была мягкая, нежная, вкусная. Вообще было. Все катаются тут. Разъехаться не могут. Помнишь, как мы здесь застряли с тобой? Ни туда, ни сюда. Помню, да. Это первый раз, по-моему. Первый раз, когда поплыли. А тут вот уточки у нас. Короче, такое вот красивое место. Будем сейчас фотографировать, потом я буду писать отзыв. Здесь отзывы не очень. Рождение тебе. Мне? А у нас же с тобой сегодня праздник. Мы празднуем и свадьбу, и твой день рождения. Свадьба. Сколько лет свадьбы у нас с тобой? Двойной праздник. Сколько лет свадьбы у нас сегодня? 7 лет. 7. Так красиво здесь, прям так классно. Очень красиво. Посмотрите, какие штуки. Обожаю вот этот материал. Вообще прям классно. Как из мешка какого-то. Мешковитый. Что мы заказали, Жень? 2 корнифа. Шашлык и шейки. 2 ролл Калифорния. И я хот-дог, а ты что-то салат. Не салат, я у меня запеченный. У меня там эти овощи на гриле. А, ну хорошо. Тут грязненько немножко. Овощи на гриле, да. Перец, шампиньоны, баклажаны, помидоры. Ну, они же прям 300 рублей стоят, конечно, дороговато. Мне кажется, немножко. Праздники не каждый день.
поехать, может, иногда себе позволить. Ну да, да. Да. Лодочка номер один. Лодочка. Возвращайтесь обратно к причалу. Лодочка. Не лодка, а лодочка. Я не могу. Номер 11. Не, ласково просто так. Все отдыхают. Лодочка номер 5. Ваше время истекло. Возвращайтесь обратно к причалу. Все плавают. Вот так красиво. Красиво-прекрасиво. Там сухарики у меня. Что там, сухарики? Сухарики. Сухарики? Хорошо, что не взяла. Вкусно? Хорошо. Я думала, первые шашлыки, а сейчас я чувствую, нам шашлыки принесут самые последние, да? Как тут там в некоторых кафе можно, я помню, было сначала приносит, говоришь так, мне сначала вот это, а потом, когда я доем, приносит второе там. Вот это, например, чтобы оно было теплым, не остыло. Вкусно? Сосиска вкусная хоть? Да. Да? Казак. Ням-ням? Ням-ням? Я отказался от такого, я не люблю такие вещи. Не очень. Так, суши, роллы или что там нам раз, знаешь, принесли? Тихо. Принесли палочки, сказали, могут и вилочки принести. Мы вилочки сказали. А палочки домой заберут, буду там учиться есть ими. Кстати, очень классно выглядит и очень аппетитно. Ням-ням. Сейчас мы ручки с тобой обработаем. Но это очень вкусные они. Не помню, записала я или нет. Вам маленький букмак. Ленька кушает, и теперь у нас шашлычки. Зеленая вон. Козяка лежит. Козяку не забудьте, зеленую. Овощи тут чуть-чуть. Еще у меня овощи на гриле. Сейчас будем есть шашлык. Ням-ням! Так, вот принесли мои овощи, которые 300 рублей стоят. Перчик, два грибочка, два баклажанчика и две помидорки. Ням-ням, вкусно. Шашлыки очень нежные и мягкие. Ну, что-то я тебя не вижу там. Что-то там не видно, жопа пугает. Пошли, там мы были. Жень, пойдем пройдем вот так вот. Что сделаем? Пройдемся, говорю так. Вот это страшно. Лучше на той. Боюсь. Глаза закрыл, пацан. Боится смотреть. Ну это да, такое. Космонавты не возьмут. Наверное. Она старенькая уже. А вон целый центр. Там сейчас дети, он будет скатываться. Я на это не боялась. Я один раз ездила.
А, вот прыгают, прыгают. Тут тоже прыгунки, прыгушки всякие. Ну, не знаю, взрослый, наверное, здесь нельзя, но я попрыгала бы. Горка вон скатывается. Но какая высокая горка. Офигеть. Жень, ну какая там горка высокая. Здесь бы я попрыгала. Вместе с Димой бы. Почему не делают, чтобы вот и взрослым можно было? И все, дальше уже город. Город. А нет, еще лес. Вон какая. Жень, смотри. Какая здоровенная. Как туда поднимается, интересно. Обалдеть, а тут лес. Прокатилась я на суперполете там второй раз. Как себе не надоело. Ой, так классно, она отключалась, блин, из-за того, что отключалась, конечно, полностью кайф не получилось почувствовать. Я думала, что сейчас начнется все заново, она так продолжилась немножко и все. Как-то немножечко обидненько. Оказывается, это кто-то выйти захотел. Не приостановил всех. Ну что, потерпеть нельзя было на ракушках. Помнишь, мы с тобой катались? Я чуть шею там не сломала, меня так хрустнуло там. А, я помню. Вообще, я за голову держалась, но я до конца докаталась таки все-таки. Не знаю просто, что делать, а кнопку я не знаю. Ну, это давно было. У меня так шея болела потом. Вот кто-то потерял. У меня так шея потом болела, так хрустнула сильно. Не знаю, это что-то было. Я думала, я сломала там шею. А потом я узнала, что такие же ракушки в Америке, там специально есть подушечки подкладывают для головы, чтобы человек шею не сломал. Че, дальше пойдем? Куда дальше? Погуляем, на солнце не хочу. Ну да, не торопясь. Я бы вот так с работы ходила через парк. Каждый вечер бы каталась на ней. Вот так после тяжелого рабочего дня, после нее как одуховленность какая-то появляется, как бабочки в голове. Мне кажется, всю усталость сразу снимает она. Сейчас спать захотел. Взяла. Ну что такое? Мордашка чья-то. Это скелет. А, череп это у меня. Череп у меня такой же здесь. Бутылочка кока-колы. Мишки с кока-колой. Сердечки вон. Они мягенькие. А там еще были жесткие. Такие. А вот еще яичники. Ох, как они пахнут обалденно. Тут вот что-то еще. Такие вон козявки. Груши какие-то. Ну какие еще? Целая красота.